не волновалась. Вот, я была уверена в себе, в своих силах, в возможностях своих. Мне было очень приятно. На самом деле, тут были большие группы поддержки. С левой стороны и с правой ко мне пришло 2 человека. Но это мои знакомые, это мои друзья. Я больше люблю петь на английском языке. Мне больше нравятся зарубежные певицы. И когда я узнала, что мы будем петь песни с «Фабрики звезд», я очень долго искала, и в 2003 году Полина Гагарина пела «My Heart Will Go On» Селин Дион, и я решила, что это здоровский шанс повторить.